Так, Иван Иванович, вам сейчас провели замечательную экскурсию по научной библиотеке, показали и модернизированные места, и те, которые со временем никак не тронуты были. А общее впечатление какое? Ну, когда находишься в такого рода помещениях, особенно в библиотеке или вообще в пространствах с историческим прошлым, наверное, ну, общий дух захватывает вот от того, что видишь. Те пространства, где мы были, заслуживают самых вот добрых слов, эпитетов, знаете. Есть чему поучиться другим, вот находясь или придя потом вот там, где вот мы сейчас находимся. А обычно мы выпускникам задаем вопрос, да, как пригодились навыки, полученные в Томском государственном университете. Вот есть ли, может быть, какая-то база, которая вам потом помогла в дальнейшем? Ну, любое образование, оно полезно. Понятно, что ничего не проходит бесследно. Те преподаватели, которые тоже вложили часть своей души в нас, учили нас, как адаптировать свои знания. И оказалось, все то, что мы делаем, и то, что нам преподают, просто это необходимо. Ну, лично мне. И я только от этого обогатился с точки зрения не только так прикладного образования, которое я получил, но и с точки зрения духовного. Вот я бы так, наверное, охарактеризовал получение второго высшего образования классического университета. Угу. А духовное это что? Что имеется в виду? Да, преданности тому своей профессии. Я это вот к этому, значит, отношу. И что тот стержень, который нам заложили технарями, его необходимо всегда, значит, подпитывать, поддерживать именно вот образованием в области, значит, принятия решений. Вот так бы я, наверное, охарактеризовал, потому что принимаем там решения мы там можем в день десятки. Я имею в виду текущих, да, которые не стратегические. Угу. Но в том числе вот я бы сказал, что вот это вселило уверенность. Но речь идет не только о профессиональной деятельности, да, наверное, а вообще ну, в жизни везде. Жизни. То есть уверенность, угу, она же всегда приобретается по результатам. И насколько твои результаты потом наслаиваются, они не обязательно могут идти там по вертикальной оси, да, они могут идти по горизонтали, но тем не менее вот эта уверенность, она тебе дает возможность затем при общении с другими людьми, при принятии решений, самое главное принять решение правильное, пускай не с первого раза, но оно должно всегда появиться, угу, это правильное решение. Замечательно. Иван Иванович, вот благодаря вам в университете учреждена стипендия для поддержки математиков. Правильно я понимаю? Да. А почему именно математиков? Ну, здесь ответ вообще очень простой. Понятно, я думаю, для любого человека, кто не только там связан с наукой, то вся наша среда обитания, она спокойно описывается математическими формулами и моделируется. Я не говорю уж там про искусственный интеллект. Математика лежит в основе практически всех наук, включая там химию, физику и биологию в том числе. Я считаю, что точные науки закладывают в человеке, ну, уникальную способность в будущем не просто принимать решения, но и систематизировать свою жизнь, свой образ жизни. То есть математика – это еще и особый тип мышления какой-то, да, получается. А вы также поддерживаете, ну, какие-то связи, отношения вот с нашими математиками университетскими? Ну, для нас нет ничего в этом смысле неизвестного. Специалисты, студенты, проходя там практику или потом работая у нас в разных областях, они являются, я бы назвал, вот как у нас есть своя терминология, и мы их озвучиваем между нами, называя, что да, это вот люди, они как бы, знаете, даже отличаются от других. И математики, с которыми мы сотрудничаем, может быть, мы не часто сталкиваемся с точки зрения фундаментальных, да, расчетов, или, а больше прикладных, но те люди, которые у нас работают и занимаются сложными формами расчетов, это гидродинамики, аэродинамики, прочностными характеристиками, которые иногда занимают несколько суток расчетов, они все ваши выпускники, кандидаты математических наук. То есть это люди, я считаю, что не просто сказать одаренные, а те люди, которые любят свою профессию, свой предмет, и тот результат, который бывает часто и отрицательный, и положительный, но они его очень четко моделируют и для себя как бы укладывают в своем сознании, что так должно быть. То есть это люди с особым складом, не только, значит, ума, ну, я бы охарактеризовал, наверное, и характера. Поэтому очень здорово, что
таких именно специалистов готовят вот в университете. Так, к вопросу вообще о меценатстве и благотворительности. Вот, на ваш взгляд, эндаумент фонд как вот ресурс для, ну, для каких-то благотворительных целей, он насколько эффективен? Ну, это же о чем говорит? Это говорит об уровне престижа и интеллектуального развития самого университета, эндаумент фонд. Потому что выпускники, ну, классика, да, как он формируется, это люди, любящие вуз, неважно, там, 3 рубля, там, 100 рублей, как мы видели там недавно или сегодня, там, любые суммы. Это говорит о том, что, да, действительно идет формирование самого вуза, как вот именно учебного заведения. Но мы говорим о том, что основа всегда является вуза. Это не только здание, сооружение, но и педагоги, и, естественно, те люди, которые обучаются, ну или студенты. И поддерживать их, прививать любовь к будущим профессиям, я считаю, что вот эндаумент фонд одно из направлений позволяет это делать. Эндаумент фонд – это один из источников или рычагов развития самого вуза через выпускников, которые потом возвращаются. Возвращаются в виде, значит, вот памяти, которую они могут спокойно пожертвовать, вложить в развитие университета. Угу. Ну, это и преемственность такая получается. Ну, преемственность, естественно, мы же тоже когда-то, мы же не вечные. То есть, а самое главное, что он процесс бесконечный, как Архимедов Вин, да, он вроде заканчивается, а на самом деле нет, продолжается. И, естественно, это как винт выпускников. Вот как бесконечность выпускников. Иван Иванович, спасибо вам большое за беседу, за поддержку нашего университета. Ну и желаем вам успехов во всех сферах вашей жизни. Спасибо, спасибо большое. Вам спасибо.